Если вы хотите узнать, какое у человека настроение, что вы должны делать? Спросить о погоде. Потому что вы сначала узнаете про погоду, он вам скажет, после этого он скажет, какое у него настроение. А если вы ему скажете, то погода повлияет на то, какой у него будет самоотчет. Поэтому сначала говорим о погоде, но лучше, если погода хорошая, говорите сразу про настроение. Это такой секрет.